Октябрина. А? Слушай, Сереж, ты любишь тортики? Я тортики обожаю. А вот я не люблю. Но сегодня я буду готовить такой тортик, который я буду есть. Из орехов. Мука-то там будет? А муки не будет. Вот поэтому я и такой тортик буду. Оригинально. Чем помочь? Ой, чем помочь? У тебя блендер где? У меня блендер с Деса. Доставай. Так. Для чего мы достаем блендер Philips, кстати? Да. Какой красивый. Это еще не все, он еще собирается. Давай. И в нем очень много разных насадок. Это вот тот, который имеет интересную форму. Да. Видишь, фактически треугольник. Нож-то покрыт нано-титановым покрытием. Да, можно размалывать твои орехи в чашке. Тупым. Нет. А можно так? Никогда не будет тупым. Блендер Philips – такая многофункциональная штука, что можно использовать насадку и венчик сюда. Угу. Давай уже резать орехи. Давай. Перемалывайте. Мы и грецкий орех, и фундук. Ну что, жмем на кнопочку. Тихонечко. Я еще раз напомню, что управляться с блендером Philips очень просто. Угу. Чем сильнее вы нажимаете на основную кнопку пуска, тем быстрее работает блендер. Смесь любимых орехов, сахар и яйца. Вот все ингредиенты для орехового торта от Октябрины Ганечкиной. Первым делом орехи перемалываем в мелкую крошку. Когда работать ты начнете? Ты слушай, такую дырку сделал. Чтобы я потом тут расширил дырку. Так. Теперь сахар высыпаем. Сахар. И... волшебство на кухне начинается прямо сейчас. Да. Ну давай, высыпай. Давай. Так. И потом смешиваем все. Ну да. Так. Осталось только смазать нашу форму. Формочку маслом так. И залить и в духовку. Давай я тебе помогу. Не только из орехов. Температура. 120... Температура 36,6. 180 градусов так. На 25 минут. Ой. Не забудь. По-моему, здесь ваш торт уже готов. Сейчас посмотрим, ой, как красиво ты сможешь его украсить. Ой. Да хоть час на неделю моды в Москве.